Ну вот стою напротив Колыма и автобуса жду. Там вот такое вот все еще перекопано. Все еще раскопано. Здесь тоже. Тут вроде должны начинать уже строить наконец-то эту высотку. Ну, говорили, что сейчас уже заявили, что в конце этого года начнут строить. Вот тут. Видимо, выкапывают из-под земли. Смотрите, сколько каких-то бетонных блоков, булыжников всего. Надеюсь, дерево вот это вот смогут сохранить. Так здесь, конечно, да, уже что творится. Да, здесь, похоже, начали готовиться к стройке. Вон там техника стоит, экскаватор. И вот это вот все в два человеческих роста, гора бетонных блоков, видимо, фундамент старой этой бывшей кунсти-академии. Тут уже вот роют котлованы. Вот. Короче, стройка в разгаре. И даже когда достроят наконец-то дороги, тут строительное вот это вот все движение не прекратится еще пару лет. Вот такой у нас сейчас центр города, вот так вот выглядит.